Налаживаем связи с Бухарой. Во Владимир с рабочей поездкой прибыла делегация из Узбекистана. Партнерские отношения с Бухарой Владимир установил несколько лет назад. В рамках меморандума соглашения города договорились о совместной работе по развитию туризма, науки, промышленности, экономики, образования. Так, например, аграрии Бухары готовы поставлять во Владимир овощи и фрукты, промышленники, узбекские промтовары, ткани и даже инновационные разработки. Делегации городов уже несколько раз бывали друг у друга в гостях. Из очередной поездки совсем недавно вернулись владимирцы. Хорошо и тепло нас по-восточному принимали. Мы обсудили очень много вопросов, которые касаются взаимодействия бизнеса двух стран. Я думаю, что это будет на пользу двум странам. И туристический обмен. Также Бухара очень, даже гораздо древнее нашего города. Но туризм там очень хорошо сейчас в последнее время развивается. Отметил глава администрации Владимира и высокие темпы строительства в Бухаре. В свою очередь, узбекские партнеры интересуются, к примеру, качеством водопроводной воды во Владимире, а именно тем, как работает муниципальный водоканал. Гости из Бухары подчеркнули, что заинтересованы в сотрудничестве. Спасибо за теплый прием. Ну, наша цель какая цель? Ну, у нас связи налажены. Ну, вот мы хотим укрепить связи, теснее общаться, инвестировать в Владимирскую область. Показать наш потенциал инвестиционный. В рамках визита члены делегации Бухарской области пообщались с предпринимателями города Владимира и области, посетили предприятия города. Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество двух стран может быть очень продуктивным. Я полагаю, что в ходе сегодняшней встречи будут обсуждены вопросы строительства логистического центра, для того, чтобы можно было размещать и грамотно логистически перемещать товары из Бухары в Владимирскую область, ну и, естественно, из Владимирской области в Бухару. Кстати, сотрудничество двух городов касается и образовательных учреждений. Во время одного из визитов делегации Бухарской области во Владимир было подписано соглашение о сотрудничестве между Владимирской школой номер 1 и Бухарской школой номер 21. В ней углубленно изучают русский язык и традиции нашей страны. Маргарита Махрова, Александр Громов, 6 канал.